подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы. Нэнси было 19 лет, у 20. Это были хорошенькие, трудолюбивые девушки из провинции, мечтавшие о сценической карьере. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. У работы зеленого логического ручного. Хватит читать этот бред. Ну подожди, ну послушай, пожалуйста. Нэнси же заняла должность продавщицы. Послушайте. Посмотрим же на то, о чем нынче беседует вот. Да посмотрите вы уже! Ну и дура ты. Торчишь в головчонке за $8 в неделю. На прошлой неделе я заработала, знаешь, сколько? 18.50. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком. Зато плата хорошая. Не бери ее себе, а мне хватит твоих $8 и одной комнаты. Извини, но я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, знаешь, какие здесь возможности? Не хотела говорить, но у нас в отделе перчаток одна вышла за миллионера. И я могу подцепить себе не хуже. Ну а в прачной какие у девушки возможности? Там я познакомилась с Дэном. Он зашел своей воскресной рубашкой и воротничками. А я гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В прачечную заходят очень приличные люди. Ну ладно. Если хочешь голодать и важничать, дело твое. А мне годится и моя работа. Только бы платили хорошо. Большинство покупателей Нэнси были женщины с высоким положением в обществе. Законодательницы мод и манер. Мод и манер. Мод и манер. У одной она копировала жест, у другой красноречивое движение бровей, у третьей походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к низшим. Смотри, вон твой миллионер, Нэнси. Да ну его. Идиотка, это же миллионер. Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн. Тут дело не только в деньгах, Кэрри. Это правда, я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копейка. И она продолжала питать все так же возвышенные идеи на свои $8 в неделю. Она шла по следу великой неведомой добычи, поддерживая свои силы черным хлебом и все ту же затягивая пояс. Да. Да. А Ло в это время процветала в прачечной. Из своих $18 и 10 центов в неделю она платила $6 за комнату и стол. Посмотрим, изменилась ли стоимость взгляда девушек. Пуль! А вы не видели ее? О ком вы? Разве вы не у себя? Я думала, вы знаете. В понедельник ее не было ни тут, ни у себя. Она забыла вещи. Одна из девушек девушка, она сказала, что собирается в Европу. Неужели никто ее не видел? Прачечные говорят, что вчера ее видели в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которые слух вечно забивали себе голову. У меня билет на сегодня, если вы...
Прошло 3 месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу. Однажды вечером продавщица торопливо шла домой, у ограды тихого сквера, ее крикнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу. Привет! Ах ты, дурочка, все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу? Ты все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча? Еще не изловила? Да, я все еще работаю в магазине до будущей недели, и я поймала лучшую добычу. Теперь все равно Лу. Я выхожу замуж за Дэна. За Дэна? Что? Он теперь мой, да. Лу, что ты? Лу. И тут я поняла, что на ее подругу произошло нечто большее, чем просто богатство. Вот она есть слегка ящик драгоценных камней, на щеках свои розы, и губы с трудом удерживают радостные признания. У ограды железного сфера горько рыдала женщина в мехах с бриллиантовыми кольцами на пальцах.